Так, это Сатурн 25 июля 2021 года, 2:09 по Киеву. В Харькове по киевскому времени поставил я настройки ISO 400 специально, чтобы был поярче у нас. Сатурн виден. 1 миллиард 338 миллионов километров до него. По-моему, прекрасно. Рассосались наши облачка и дали возможность как раз в зените практически, ну, в высшей точке. Сейчас Луна, Юпитер, Сатурн. В 5 угловых градусах Луна от Сатурна или Сатурн от Луны. Уж как хотите, отсчитывайте. О! В правом верхнем углу Сатурн. Ну а внизу Луна. Поехали. Сейчас мою выдержку уменьшаю, чтобы кратеры посмотреть. Да, ощутимо, ISO 400 уже. Явно добавляют пластилиновости изображения. Предыдущий был дубль на ISO 125, сейчас 400. Красотень. Так, ладно, не будем удлинять дубль, пошли поснимаем Юпитер с Галилеевыми спутниками. Где он? Вот он. Выдержку увеличил 1:30. И вот вам, будьте любезны, 615 миллионов километров до Юпитера. Его Галилеевы спутников. Так, наверное, выдержку буду все же чуть ниже делать. О, так даже и полосы видно экваториально. Вот, пожалуйста, и спутники видны.
пустят тускленько справа от Юпитера, это спутник Ио, потом идет за Юпитером Ганимед, Европа и Каллисто. Сейчас не видно, да? Ну, наверное, не будет. Видно Каллисто при тех выдержках. Ну, давай так, не максимальное увеличение, но зато все четыре спутника видны. Каллисто в левом, в левой части экрана. Хорошо, поехали на Луну. На ней закончим этот дубль. Опа. Вот она проявилась, наша Луна, во всей своей красе. Да чего ж ты хороша. Да, несколько часов назад было полнолуние. О, елки-палки, у нас опять облака находят с запада. Ну, посмотрим, может еще на рассвете сниму, как будут опускаться луна за горизонт. Ну, а может уже и не получится. И на том спасибо. Дала матушка природа поснимать. Вот так. Так, будет еще один дубль. 2:17 по Киеву, Харькове. 25 июля 2021 год. Красотень. Тут ты посмотри, опять прямо в центре кадра вот какой-то квадратный кратер. Что за ерунда? Природа, как известно, не терпит прямых линий. Повторюсь уже. Еще раз и в этом дубле. Очень странные какие-то формы. За счет чего они сформировались, интересно. Ладушки, сейчас еще буду снимать.